Владимир Муханкин, российский неоднократно судимый серийный убийца, который убил за 2,5 месяца 8 человек, а также имел более 30 эпизодов иного криминального характера. Уже в подростковом возрасте будущий убийца начал издеваться над животными, для него ничего не стоило вонзить нож в тело лошади или коровы. С 13 лет Муханкин стал совершать разбойные нападения и кражи. До 7 класса Владимир учился в спецшколе для трудных детей, а затем вовсе бросил учебу. Приговорен к высшей мере наказания, впоследствии смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы в колонии «Черный дельфин». Там он находится и сейчас.